там 2-3 трупа получается. Хотя надо просто залететь, все забрать. Да кого он, блядь, заберет, ёпта мать? Шо вы, блядь, говорите? Ну, берет труп. Так, вижу труп, никого, короче, около бара, слышите, на дороге лежит труп. На дороге, около бара, желтая повязка. Да, желтая повязка. Желтая, это я его убил. И рядом, возле бара, прям я. За тобой там прям этот кипарь бежит. Нет. Вот я тебя видел, ты в сарай, да, забежал? Да. Я зайца. С полом есть что? Так, я тебе могу дать, могу дать этот, МК-2 по одному патрону. Будешь? Сложно. Я ебал, я побежал по диагонали. Аккуратно. А ты вовнутрь ряд зашел? Один упал. Убил второго убил. Там наверху вот еще, наверху третий. Еще третий. Да ладно. Да, я второго ебал. Где он в красном доме? Двухэтажный. Большой, ёб ты. Минус. Пожалуйста. Еще один, блядь. Один завис, почему? Так, подбегаю. Это я. Залетай просто в здание. Сейчас. Я по кепке стреляю. Минус. Хорош. Это кто? Желтый кто? Соломон. Наш? Нет. Все, кто заходит, расстреливаю вообще нахуй. А, ты сзади меня. Метров 700. Минус. Сука, блядь, со стволом был. Ранил. Слышишь, я подхожу к дому к твоему. К красному? Там слышишь, я, да. Слышишь? Давай. Это ты? Блять! Нахуй, тут игрок, блять! Сука! Он меня зарезал! Я думал, это ты! Маски. О, блять, все. Здорово. Там уже несколько чуваков. Один на улице. Блять! Верлорд. Свой тебя убил. Я еще буду здорового. Ты за один метр бежишь. Ну ладно, нормально. А я сейчас что-то на тебя не посмотрел, блядь. Сука, блядь. Ну все, пизда. Сбрасываем, короче, ВСС. Ну, патронов, правда, да? Похуй. Он к тебе пришел. Да. Ты где там? Бежать. Я бегу по правой стороне, потому как раз с этого... Бля, структурно, это красные двухэтажки. Ребята, я убил его! Вижу. Я вас ножа ёбнул. Вижу, бегу. Я уже рядом, прям минут. Перевязываюсь. Я совсем вообще, у меня тут все есть. Алтын? Да, зеленый, лежу. Все, это я. Я не стреляю по тебе. Блять, это не ты был. Пиздец. Кипарь с алтыном. Тут дом есть, я думаю, в нем пока засесть, мне надо отхилиться немного. Дом какого цвета?
У меня черно-белое все. Ну какой хотя бы. Он, наверное, так, я зеленый тут, наверное, зайду. Зеленый такой с красным краем таким сходил. На Глок, смотрите, обоймы были. Да, я взял. Хотя я в плюсе, я к вам бежал с серым экраном с Макарычем. Теперь у меня тундра. Ну я особо сильно не потерял, я потерял только броню. Ну, да, конечно, мы сегодня ничего не потеряли. Ну, в пизды с осады. Знаешь, что ты потерял? Ты пока приходил, ты девственность потерял. Четверых сразу. Чё ты, блядь, сразу? Мы тебе поэтому кляп поставили, чтобы громко не кричал. Мне кажется, сейчас психанет убьёт, нахуй. Ну, первый будет Саня. Слышь, сучка, блядь. Надо аж попал, блядь. Сань, ты чё идёшь и срёшь бутылками, блядь? Там игрок стоит, слышите? Он что-то с забором стоит. Делает. И на вышке стоит, слышите? На вышке залутанный стоит. Это, сколько метров? Есть. Сколько метров до сюда? До сюда? Там двое. Там двое, ещё один бегает. Я могу в табло выцепить. А где сколько, вы? Сколько тут метров? Дальше по дороге беги, я заебал. 600 метров? Где ты же вот целишься? Ты сколько взял? Хорош. Это койот. Койот. Да похуй. Ха-ха. 400 метров. Они меня убили. 400? Да. Они меня убили. Оп, по мне стреляют. Да, увидел меня все-таки. Кто меня убил? Я бегу к тебе. Нормально. Это у вас очередь? Да, да, лежит, да. Лежит на дороге. Санек, я в бреде. По мне работают. Откуда? По мне с леса работают, со стороны, где мы... Откуда там я забегал? Там трое было. Слышишь? Не-не-не. Троих мы положили с тобой. Слева от тебя фиолетовый рюкзак, слева. Вот он, гаси его. Он справа... Блядь, ну не вертись так. Да-да-да-да-да, вот он. Ебошь его. Хорош. Койот. Я к тебе бегу, Сань. Я тоже к тебе. По тебе стреляют? Нет, я добил. Так, убил чувака. Кто стреляет? Нет. Оп-оп-оп-оп-оп, по мне. С леса? Нет, она на нашей стороне. Вот он тип. Вижу его. Да, гаси его. Хорош. Да. Все, всех. Он лутается. Хорошо, стволы все выкинул. Оттуда. Минус один. Хорош. Убегает второй. В лес уходит. Все, не сниму. Кука. Юр, пропей колесо на сарку нам. Пожалуйста. Могу. Давайте. Колесо на сарку. Ну, думаю, ствол какой-то есть на вас. Свеча у меня есть. Какой ствол лишний есть в кого-то? Свечу я поставил. Могу Глок отдать. Два Глока, Юр. И Алтын. Мало. Нормально, ты что, охуел, что ли, блядь? Алтын, нахуй, нихуя себе. У нас на базе есть. Ну, на базе доедем, отдадим. Я вдох не даю. Ух ты, куркуль, блядь. Ладно. Емку я тебе свою отдаю, зеленую, блядь. Я ее отдал, это. Мою? Да. На, ножик еще, блядь. 10 гвоздей, нахуй. Давай, гвоздь, я тебе водку отдам, вот еще на водку. Ну, приходите в магазин. Да что ты охуел, какой магазин, давай колесо, блядь. Давай магазин, я тебе дам колесо. Давай, а там бензин-то есть, блядь? Да, там все полно. Колесо гони. Куркуль, блядь. Давай магазин, где я посмотрю, что я подрогу. Пароль 0 и 3 единицы. Юра, да не гони, нам спать пора, заебал. Давайте,
блядь. Пизду, давайте без колеса доеду. Залили воды. Слушай, ты как вы собрались так? Не, ну ножик ты это зря. Все, забирай быстро все остальное, блядь, и уебывай нахуй. Попробуй сядь спиной, ой, лицом туда сядь. Где там возник? Справа сарай был, проехали в самом начале. Сарка стоял. Зареженный, блядь. О, лол, тут вещи. О, плоско берем. Ебать здесь о вещей, тут автоматы лежат, АКМ, патронов до хера. Походу взял это и не до конца зарядил. Вы направо-то смотрите, не? А там машина пустая. Две тачки битком. Да. Да, они хуй знает где могут быть вообще. Ой, Вифофа. А? Полдня есть. Блять. Чё? Чё? Хватит меня. Я нормально еду? Нет, ты не остановился. Опа. Я под текстурой. Ты завис. Я тоже скакану лучше, кстати. Я тоже скакать начал. О, все, опустил. Пацаны, которые в лесу, это у вас там держится мольба. Да. Не отвечаем, пока смотрим, чтобы не бежали в нашу сторону. Вижу. Дима по полю проверил. Там двое. Азимут. Азимут. Да, он вчера так был. Одет. Мальчика, ну вы. Я пробегал тут руками. Я и бегу. Бля, прям рядом пиздец. Здорбаша это наш и стреляет. Да, здорбаша это я стреляю. Мы басурмана убили. Там еще какие-то типы, слышь? Давай, все вышли из своих домов и заняли оборону по домам вокруг базы. Сами взрослые, сами посмотрите, каждый в доме красного взломаем, не боитесь. Лопата, топорик нашел, блять, нам лопаты нету нихуя. Имеешь в виду, получится к грузу подойти? Ну, да, да хотя бы грохнуть кого-то, если я здесь сейчас встречу. Я сейчас пока бегаю с калашом по одному патрону, это на самом деле, это кое-что. Так, я сматываюсь. Не попал? Короче, стекла не простреливаются. Солидно. Солидно, да? Для первого респауна очень солидно. Да, знаешь, отспаунился, вуаля. Как бы. Блять. Слушай, к этому нужно будет привыкнуть. Слушай, я. С одной стороны, как бы да. Бля. Но зато в башню тебя не вынесут. Ну, с одного выстрела, наверное, не вынесут. Я думаю больше. Опа, блядь. Мясо человека разделано лежит, слышь? В лесу. Блядь, еще. Одежда чья-то разбросана. Мне не нравится этот лес, Даня. Я в окружении, Даня. Три человека. Живи. Ко мне, Даня. Пизда. Ай. Постараюсь с фланга зайти. Я перезаряжаю магазин. Умер, будучи один против троих. Слишком мало людей, блядь. Нет такого человека, как надо пятеро. Да, пятеро это минимум, чтобы иметь шанс завалить. Есть рядом. С тобой? Да, от тебя слева. Слева, ну недалеко, да, от тебя? Да. От меня справа, от тебя слева.
попал по чуваку. И не убил, блядь, Макмиллана. Он меня засек, слышь? Я по нему попал, но... Спалили меня. Он меня прям стоял, целился. Но я по нему попал. Мне надо сейчас менять будет позицию. Так что это... Бля, может, он ко мне забежит, а я вот шлёп. У меня вот последний магазин калаша остался, и вот... Что это нахуй было? Нет, это был я тут. Я ничего не понимаю. Что случилось? Да у меня не слушается ни хрена вообще ничего. Ты убил кого-то или что это сейчас было? Нет, просто я нажал прицелиться, он стрелять начал по стене. Я вижу игрока, слышь? Бля. Бля, он на сене, короче, сидит, слышь? Слева есть возвышенность. Он сидит на сене. Иду к тебе. У него что-то с глушителем. Похер, ты пиздец, папа. Не знаю, по мне только вот в Days они реализовали круто все вот эти вот, знаешь, выстрелы издалека, вблизи. Вот, когда ты слышишь, что кто-то там шмаляется, реально, хорошие звуки. Особенно хлопки, да? Да, да, хлопки вот эти, очень клево. Слушай, зомби куда-то туда побежал. Вон туда, в тот дом, слышишь? Вот он, блин. Готов. Пиздец. Что? Я на окраине города. Просто захожу в красный дом, я расстреливаю из автомата. Много их? Один точно был. Работай по нему, у тебя снайперка. Тихо. Он меня увидел. Готов. Блять, не зря я тебе отдал прицел. Да. Вечно я попадаю в таких ситуациях. Отдыхает. Нихуя он залутный, блин. Может, у него кодыш еще тут есть. Ладно, я тогда... Стрелял. Тебе? Из глушителя, из какого-то. По тебе? Да. Я, кажется, понял, откуда. Откуда? Я не слышал. Стреляет. Я ухожу вглубь леса. Минус один. Одного ёбнул. Да. Ты убегаешь вверх сейчас? Вниз спускаюсь. Он за тобой побежал вверх куда-то туда, я его вижу. Да? Видел. Но я не попаду никак. Он далеко, понял, он прям в ту часть леса побежал к тебе. Я понял тебя. Да, вот он побежал. С твоим шлемом, пидор. Да, к трупу. Сука, люк. Готов. О, прекрасно. И, блядь, еще два игрока. По-прежнему продолжается тут дрессни, блядь. Минус один еще. Попал. Поиски последнего говнюка безуспешны? Угу. Вообще не знаю, где он. Желтая еда уже. Ну ничего. Успеешь, нормально. Опа. Ты лутаешься? Нет. Минус. Тело твое на дороге лутали. Но это кто-то, блядь, другой, слышишь? Это не тот тип, которого я ёбнул.
Ой, попал по которому. Изменили премиальную часть. Ну да. Так, я подбегаю. Все, ты опоздал. Тело, которое я за лутыш этих убил, их два типа разграбили. Один, короче, которого я не добил, сидел фас все-таки. Второй прибежал, короче, нырнул в тела и под таким углом, что я его не снял бы никак. Теперь они, по-моему, оба, по крайней мере, один точно сидит в кирпичном доме. И, по-моему, выцеливает меня. По крайней мере, смотрит на мой холм. А видел или не видел, не сделал точно. А, ты в красном этом шлеме? Да. У меня, слышь? Возле базы? У меня прям в доме тут, ебать. Три кровотечения у меня, слышь, помогай. Где в доме-то, в каком? Убили? Да, у меня, блядь, ствол не стрелял почему-то от бедра. Ёбнул его. Да, есть игрок, слышь, прям в начале города бегал. Стреляют. Минус. Весь сервер узнает, что через Могилёвку надо ходить. В старый собор пройти проблематично. Да, на оккупантов больше похоже мы, конечно. Да. Минус. Пугал меня. Чего? Я напугал? Да, ты меня напугал. Почему? Звуками своими, блядь. Бессобственно. Ага, я вижу вас. Ух, я вас вижу. Видишь, они в лесу? Да блядская нахуй железка. Да, блядь, не могу прицелиться нормально из-за железки. Придется вот так, как дебил, блядь, встану сейчас. Чтоб меня нахуй все убивали. Ага. Это кто это там на корточках, а, ползет? Лутаться захотел, да? Я представляю, что это радиопередача, которую слушает Пентагон от своего лучшего снайпера. Ага, вот он ты. Что, есть результат? Съебываем. Не попал. Бежу, не знаю. На мне пора бежать. Это я знаю точно. Оп-оп-оп-оп. Чоп-чоп-чоп. Несколько бойцов в лесу. Один на военке. Может умер, может нет. Там просто густая растительность. Я на авось. Это хвост. Подчищаем хвосты, бежим. Вот отцовский пиздец, сидели, блядь, как мы. Ну, вот он я. Вот он я, давай. Давай, вот он я. Оп. Боевые зомби уворачиваются. Да, тупловатенько. Я рассчитывал на какой-нибудь СВД. Это было рядом. Да, я человека убил. Подожди, без красного рюкзака. Это я бегаю сейчас, зомби. А, блин, господи. Я вижу его, он у меня. Готов. За всю боль просто. Попал по нему. Но он не умер. Убежал налево от меня. В сторону, да, он ангаров. А, он тебя убил. Готов. Минус на автомобиль. А, скажи, пожалуйста, а ты на этой... Я в тубе сижу. На опорной башне ящик поставил с лутом. Нет.
Тут лута просто дохуище. Ебать. Это ящик из А и Б? Да. Пизда. Слушай, это походу вот эти дебилы бегали, собирали лут. Ты можешь этот ящик взять в руки и спуститься вниз по лестнице. Обокрали просто жестко. Они сделали две нычки, все две нычки были найдены. Начнем тогда те полки застраивать. Да, вот. Где он? Где ты его видел? Яблони. Убил. Что, дурачок? По мне. Слышь, тебя ранили? Нет, в бронь попали. Пиздец, опять по тебе. Слушай, это со стороны замка. Да. Нет, не со стороны замка. Откуда? У меня сзади выстрел оттуда. Нет, это с замка. Я слышу, ты чё, это с замка стреляю. Это сейчас опять замок был. А, блять, у меня уши. Мы можем отступить. Меня убили. Крышка, а смотри, он в гелике сидит. В гелике на крыше? Угу, лежит даже. Не, не вижу. На крыше? А, вижу, да. Вижу. Да, башка торчит на крыше. А где именно? Правее? Правее, скорее. Что, не прям посередине сидит, а правее. Вижу. Слишком низко взял. Да, блять, я лежал, это говно собачье в виде прицела, все равно двигалось, пиздец, как плохо. Так, здесь надо открыть таб и перетащить. Давай, попробуй. Если что, буду через это окно вещи выкидывать. Ага. Да, детка. Заебись, мы можем всю базу нахуй разобрать. Тут бочки, блядь, тут все. Блядь, короче. Так, окей, да, сейчас. Блядь, тут... короче, ладно, забили. Дальше мы так делать не будем. Сейчас. Ты короче... Тихо, подожди. Смотри, там рюкзак у тебя упал. Да. Забитый, да, полностью? Да. Давай скидывай еще один портфель. Я один на себя надел, и один еще возьму в руки. Я бы еще, знаешь, что оставил? Я бы из каких-нибудь дешевых шмоток, которые занимают один слот, вставил портфель, вставил портфель и выбил там слово «соси». Мы лишнее доказательство того, что войну выигрывают не пулями, а умом. И забывай, что, скорее всего, у них еще эти базы здесь. Две. Сейчас, стой. Так. Смотри. Блядь. Ну, молодец. Что ты думаешь? Что скажешь? Отомщены? Да. Попал по нему. Убил. Убил. Явно. По мне. Меня убили. Попал. Я не умер. Меня бесит, блять, что... В моменты схваток у меня просадки начинаются. Одноэтажный зеленый дом. Вижу. Я прям пасу, короче, прям главный вход. Ну, такой наборчик. Валяется какое-то тело? С кровавыми руками, да. Серьезно? В кустах? Нет. Мне кажется, это ж мальва, которая была. Есть, значит? Я не пойму, где ты. В начале домов вот где были, здесь никого нет. Да, вот этот хер меня убил.
Вот это, наверное, он охренел. Двое. Не бошится, не бошится. Ну что, давай пойдем попробуем. С правой стороны зайду. Да, на военке бегают два чувака, вижу. Да, это на военке бегают. Если ворвемся, можем всех добить потом. Вправо заходить? Но они в правой части долбятся. В правой в углу, то есть ты можешь слева обойти вообще через лес даже. От зомби уже отстреливаются. Ну, я думаю, там где-то два человека. Что-то выцелили. Опа! Все, его убили. В два ствола его расстреляли. Это по мне, по-моему, был. Убил одного. Хорош. Есть, есть какой-то хрен. Залутанный? Как ты не попадаешь-то? Кем ты стрелял? Да. Хорошо. Так, а как... Какого-то говнаря я убил. Убил? Опа. Я не пойму, по кому это. Не по мне. Так, я валю. А, здесь кипарик. И чувак с пистолетом. На твоей стороне? Да, пиздится. Разберись тогда. Сейчас у дороги центральные палатки, которые две стоят. Что-то стоит смотри. Убил. Да, он с оружием. Вижу его. А
Вонючие пролаги, блядь. Да ёб твою мать, ты... 500 метров. Вообще идеально. Могу помочь, конечно, тому чуваку, который по ним стреляет. Ой, да их трое, оказывается. Ебать, у них еще и подсосер на прикрытии был. Ой, подожди, четвертый? Чего? Это что за херня такая, я не пойму. Ну, плохие парни победили, что я могу сказать. На нахуй, минус, дебил. Ха. Так, пора съёмывать. Да, одного. Ага. Он, блядь, пешком ходит, дебил. В доме. Готов. Ребят, магаз на МП5 есть или на FNX? Нет, нет. Мы заряжены на другое. Справим. Да, а мы не можем, у нас 800. А чей ты еще Ошкош приехал? Сука, наконец-то, блядь, ёбаный пиздец. Тут еще один Ошкош. Это не наш, это не наш, не наш, не наш, не наш. Где, где? С какой стороны? Тут вот стоит, тут вот прям. У меня стрим. Расстреливай, посмотри. Расстреливай его нахуй. Так какой стрим? Откройте, откройте. Откройте дверь. Открывай дверь. Я вот колеса сниму. Блядь, открывайте. Дверь открывай. Куда он едет? Открыл дверь в Айтику. Садитесь уже. Правильно. Остановись, остановись. Остановись. Там что-то лучше, кстати. Ой, игрок. Ну это свои. А кто это? Мне надо добавить? Да. Да, добавь. Да, да. Ник? Делей. Делее. Деле. Деле. Добавил его. Сейчас сек, я выйду из тачки. Деле, деле, деле. Добавь меня, я тебе кинул инвайт. Чтобы мы не грохнули друг друга случайно. Ты кто? Свои, свои. Добавь меня. Кто ты? Стэн. Да блять! Дурак, что ли? Ой, блядь. Это наш кореш, блядь, я не знаю, что, блядь. Толпоёбит чё-то. Чё хочешь-то? Это чё за лут? Тогда я не есть понимаю. Это? А, тут некоторые места, походу, дело погнуло. Я предлагаю найти эти места и поставить в них... Блядь. Чего? Все сдохли. Это сейчас что за нахуй сейчас было? Дели нахуй, Абдул, ты, блядь, со своей админкой заебал. Гранату ты кинул, блядь. Никто не кидал гранату, вы че ебанули? На пол, блядь. Отвечаю, у меня нету гранаты, клянусь мамой. Че ты пиздишь, я не кидал. Я разрежу вас, ребята. Нихуя тремя все упало, сука. Берёте, нарезайтесь, пацаны. Я выжил, блядь, нахуй. У меня кровотечение 2, блядь. Я их сейчас отпизжу. Да ты иди, иди, хуярься там. Не, я по одному с ножа дал, правда. Ебать. Ебался. Здесь какой-то стрёмный мужик, он дышит в микрофон. И бежит за мной с ножом. А, я, короче... Я, короче, где танк? Если бежать до болот и подлетаться. Катя, что там на болотах? Чисто из-за кровопотери играться, ну, тупо. Ну как, мне не нравится это просто. А вот трубой ты его хуяришь. Ёб твою мать, вот это я пересрался. Ебать, я...
О, у меня аж сердце ёкнуло. Да и я встретил, походу, чуваков, которые на Вову напали. Два типа, один с дробаша по мне сразу. А ты где есть-то? В нижнем, это после солнечного. Я за ними подсматриваю из леса, они меня потеряли. Короче, не, они оба залутанные стволами. Да, стволы у них говно. Они в березина пошли дальше, слышишь? БКшка там. Чё он? Или он просто вышел с серва? А, вот он. Хуярим его. Да, по-человечески хоть похороним. Сейчас прикинь, это такой надгробный камень тут будет. Ага, хулахуп, блядь. Ну что, пацаны, купаться? Чё ты там гораешь? Ну, он этот нашел. Фламинго этого. Я забегаю следом. Я начал как раз одного долбил, он отъехал. Его еще второго. Да, они двое там. Вдвоем со стволами уже, блядь. Пошли, 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 пошли. Давай, 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 пойдем. Врываемся. Показывай. Помогай. Он мне показал. Блять, давай, я попал по нему. Я в ангульсе. А где он именно стреляет? Стреляет, такое ощущение, как будто вот, если гараж, справа от него вода и вот. По мне, по мне, по мне, по мне, по мне. Это прямо, блять, это прямо у меня два чувака. Да, один вот прям здесь сидит. Это не кемперит. А стрелял кто-то другой, значит, по тебе стрелял один. Значит, у меня один сидит где-то в русле реки. Один в русле, прям получается. Второй у дороги где-то тебя, получается, грохнул. А нет, три. Не дороги, получается, от моста, как напрямки, прям идти типа. Этот гараж. Файт мы проиграли. Да не, мне надо. Ебать, было чувак другого. Только что. Слышь, чувак с автоматом пробежал прям впритык мимо меня. Не заметил. Владос, тебе прям самое время съебаться сейчас. Да, все, я потопал. Так, я сейчас под мостом. У меня здесь. У меня мой. У меня мой экип остался. Где там? Меня убили. А, из леса, откуда мы пришли, где колонна автомобилей, оттуда стреляли. 100%. Это ты? Это я бегаю, вот. Нет? Нет, я убил его. Ой, он ты... меня убил, он на скале. Блять, Никит, ну ёб твою мать. Какой ты скале, он прям рядом с тобой бегает. Так тут и не одна же скала. А на какой ты? Он на скале, мол? Пиздец, ну я три раза сказал. Блять, а тут много скал, блять, заебал ты. Где мы сидели? Где мы пришли? На три креста, где ты смотрел? Нихуя, блять, тут много места. One hour later. Да не из-за лута, а из-за того, что какие-то, блять, нифильные уёбки, которые нахуй стрелять не умеют, вальнули меня. И ты, блядь, ничего не можешь сделать, ёб твою мать, ну... Да потому что я не Тама, блядь. Ну вот именно! Вот и не Тама. Одно дело, если мы вместе были, мы нихуя не сделали. Мы, ну... Я его обходил. Да нахуя ты обходил, блядь? Кто, где? Меня убили, блядь. Где? Блядь, это ты был? Сука, вы чё, рофлите, что ли? Найду. Блядь, где? А патроны все, по ходу дела, остались у него. Это все, что у нас осталось. Тика есть. Сейчас, они там вдвоем, слышь? Ты со снопой, нет? Нет, у меня. Можешь нет. Отойти-то куда-нибудь назад? Убит. Да ладно. Да. Он на меня начал выцеливать. Да, вижу труп. Залутанный? Один, второй. Да, пизда, тут Блейз. Ты бы лег, да. Аташин труп тоже там. Да. Хуя, как он быстро успел туда забежать уже. Меня убили. Я с рыжим рюкзаком, лопатой в руках. Я в медичке. Лопата в руках? Это ты? Лопата в руках. Я на кого смотрю сейчас? Нет. Я в медичке. Слышу вас. Убили вы? Это он за... Кто за кем бежит? Убей его нахуй, добей, уничтожь! Все. Убей его! Куда бежит? Куда он бежит? Все, вы уже убили его! Ебать, он строится, что ли? Он нахуярил! Ебать, строил, вот он куда-то шел! Сзади вас! Вот он лежит!
Да, видел. Ой, а почему здесь два игрока? Кто умер? Опа. Никто. Тут еще кто-то был. Пиздец. Хорошо сработано. Вы Азимут скажите. На СВ. Или нет? Где кит? Блять. Кто это что было? Сука? Кто это сделал? Кто это сделал? Не знаю. Кит придурок, блядь, из-за угла выглядывал. Что брал? Уебал. Сейчас ёбнут нас всех четверых, блять, как топик. Попаху по мне, блять, дурак. А я, блять, говорил, не доверяйте мое оружие. Эй, у тебя дробаш, ты убьешь меня, ебать. Какой дробаш, с БКшки я тебя херачу, блять, придурок, блять. Взял меня в пол хп, въебал, блять. Берите оружие. Давайте Салим забью, стой. Блять. Вова, нахуй. Застроить, что ли, получается? Так, чё застроим? Во! Вот есть, короче, зелёный... Тут вон трупы лежат. Кстати, да. Да, ну на. Игрок! Да вон, стреляй, типа, ты чё? Готов, убил его. Там тачка. Там ещё один. Там тело. Где ещё один? У дома. Я. Меня убили, я его убил. Нет, приложить не могу убить. Блять, спать дальше. Че, идем кошмарить этих пидоров? У них сейчас меточка у меня на них стоит. Ее, душ. Убил? Не знаю, нет. Вроде убил. Я у этого гаража. До свидания, блядь. Короче, ебать! Гюнтер, тут две палатки, магазов на АКМ. Здесь ВСС. Ты в каком? На С4, ебать, тут лута. В смысле? Ты уже туда залез? Туда, тут брошенная машина. Да, я вижу, открыто. Я здесь сижу в ней. Да не, оставил бы так. А я думаю, ты хочешь это в рядочек, кстати. Не, у нашей базы. А, да, прям под наш. Сидели кемпинг. Погоди, погоди, ты дверь закрыл? Да. А где Никита? Я прям выбегаю, по мне начинают стрелять. Они косы, пиздец! А, я понял. Они хотят попробовать в дырку в эту залезть. А нас прострелить здесь можно как-то через забор? Ну, по факту можно, да. Убил одного. Хорош. Подшел. Попал, нет? По тебе. Да, вижу. Че, больно тебе? Спалили через щит. Как он, блядь, спалил меня? Ёпнул? Не знаю. Что? Это по нам? Да. Они все на передней стороне. А, убил одного, смотрите. Уйна! Это все, на что ты способен? А, он на крыше стоит, что ли? А, это мы вас кошмарим уже который день. Ну что, я встал в деле. Это что за хуйня такая? Ты мудофил, стреляй, блядь, по машине. Ах ты, сука. Первым, кто уедет отсюда. Это Багаюн. Сразу валяй. И мой уровень горишь, мудофил. Я там... Главное это. Куда ты, Вов? Вов в дырку прям, он по мне целил. А? Не
меня автомат закрепил. Ебать. Четверых уже ёбнули, да. У нас только одна потеря, и то и тут из-за того, что засада была. Да. Ой, я уже вернулся в строй, я отобрал калаш и Блейза. Пал или нет? Я гвоздей надо, короче, застроить еще одну кисть. Дал, блядь, чуть снял и все. Откуда? Слева. 700. Еще блядь. Смотри дырку, сейчас дырку может опять прыгнуть. Упал, Аташ, давай быстрее. Обратно они пришли. Пиздец. Опять я вижу, пошли. вижу, откуда палец, слышь? Откуда? Блять, меня убил. Меня реально простреливает типа пор, слышите? Стреливает. Она раненая пизда. Не-не-не, я там не вижу. Да раз. Опять прострел. Попали, попали, блять, во мне попадают, пиздец. Пружины, о. Заебись, еще красненькие патроны. Ты не бегай так близко. Опа, у нас здесь. Сука, он это. Пацаны, как... будете такое делать, блядь? Я админа позову. Это, блядь, играем честно. Что случилось? Погоню. Чувак, прям это. По стену. Да. Ну, прилетит им всем бан тогда сейчас. А. Ну, не факт. А чё, не факт? Погоню запрещен. Ну что ли? Это у нас там такая война сейчас? А, да, ты одного ганджубаха убил, блядь. А их там, походу, уже больше даже стало. Либо поменялись. Блядь! Чё? Блядь, меня убили. Не хватает, у меня просто щепки по мне. Ну да. Ты мне пизда. Нет, если не пизда. Блин, тут спаун где? Я пиздец проклятый. Они знают, что эти руки палатки. Да. Бля... Все, пиздец. Умер? Да.